Ощутить на себе дыхание рая смогли зрители Башдрамы. Постановку с таким названием на уфимской сцене представил Салаватский драматический театр. Погрузилась в действо и Галина Заводникова. Башкирский драматический театр, как всегда, встречает зрителя музыкой, но о гастроли Салаватского театра драмы открывает спектакль «Дыхание рая». Эта история начинается трагически. Женщина, взявшая на себя вину за преступление мужа, попадает за решетку, но надеется и верит, что, выйдя на свободу, вернется к семье. На сцене звучит музыка, которую не часто услышишь в театре. Однако музыкальное сопровождение не ограничивается песнями, которые с натяжкой можно назвать шансоном. Спектакль поставлен по одноименной повести современного автора Гульсиры Гизатуллиной. Много линий, в продолжительном времени, да, это все события раскиданы, поэтому надо было это как-то все равно в кучку собрать, какой-то сделать концентрат, чтобы это было емко и в 2 часа все-таки уместить все события, которые есть в данной повести. Как говорят авторы, постановка затрагивает вечные проблемы, которые в любое время звучат актуально. Особенность спектакля еще и в том, что некоторые действующие лица бессловесны, выражают свои эмоции только посредством танца. За язык пластики и движения отвечает хореограф Ольга Даукаева. Здесь, получается, работает техника, которую мы можем назвать пластический театр или драм-танец. Здесь предполагается, что мы вытаскиваем в процессе постановочном, репетиционном, вытаскиваем некий внутренний танец, который выражается непосредственно через какую-то телесность. Приемы могут быть самые разные. Одного из сложнейших персонажей внутри мир или даже душу Дениса, обездвиженного мальчика-инвалида, играет молодая актриса Назифа Аласова. Это ее первая роль. Она особенно трудна тем, что Денис слеп, поэтому девушка на сцене появляется в шапке, надвинутой на лицо. В ее роли нет слов, только танец. Я целый спектакль, получается, танцую. Вообще, я раньше очень стеснялась танцевать. И когда мне сказали, что вот именно будет там пластическое решение вот этой роли, я так сначала боялась, думаю, я не справлюсь. Но это довольно-таки очень сложно для меня было впервые. Но я сейчас уже более-менее привыкла. Но моя хореография, она такая не должна быть. Она красивая не должна быть. Вот, она такая вот своеобразная. Салаватский театр представит в Уфе еще один спектакль – комедию «Голубцы». Ее покажут 14 марта на сцене Татарского театра «Нур». И по многочисленным просьбам зрителей «Дыхание рая» повторят в Башдраме 18 марта. Галина Заводникова, Урал Шарипов, «Вести культура», Башкортостан.